Это пневматический пистолет, если его можно так назвать. Материал скобы – сталь, то есть руками такую вещь сжать невозможно. Чтобы не морочиться и не вязать это вручную, возможно применение вот таких вот скоб. Если у вас попадется жирный кролик, сетка с алюминиевыми скобами, она просто не выдержит этого кролика. А эти вполне себе способны сдержать любую зверюгу. Очень узкоспециализированный, но эту задачу, если она у вас возникает, он выполняет прям на ура. Скобообжимной инструмент Trusty TCR SC7C. Это пневматический пистолет, если его можно так назвать, а скорее это пневматический инструмент, который из вот такой вот открытой скобы делает вот такие вот закрытые кольца. Материал скобы – сталь, то есть руками такую вещь сжать невозможно. Диаметр открытой скобы около 24 мм, а когда кольцо сжато, оно чуть меньше 5 мм. Основное предназначение такого инструмента – это работа с сеткой. То есть он используется в звероводческих целях, когда собирают клетки для кроликов или для птицы. Он используется для сборки матрасов или укрепления сидений, например, автомобильных или мотоциклетных, и в некоторых специфических строительных работах. Сейчас я покажу, как он работает, какие у него есть особенности, и еще раз поговорим о том, где его все-таки можно применить. Зарядка пистолета происходит следующим образом. Полоска вот такой скобы одевается на направляющую шину и толкателем догоняется до начала инструмента, до его стволовой части. После зарядки подключаем к инструменту воздух, и он готов к работе. Как я уже сказал, основное применение скобообжимного инструмента – это работа с сеткой. При сборке клеток мы получаем, соответственно, готовые угловые соединения. Либо, например, мы можем прикрепить сетку к каким-то отверстиям в стальном листе, если нужно сделать, чтобы клетка была закрытая со всех сторон, а сверху имела какой-то доступ для корма. Либо может использоваться следующий формат работы. У нас есть сетчатая конструкция, нам надо к ней как-то прикрепить ткань. Предположим, вот эту вот. Все. Такой формат работы используется, например, когда у нас есть очень сложная внешняя стена, которую мы делаем каркас сначала из стальных балок или профилей, потом придаем волнообразную какую-то гибкую сложную форму сеткой, и дальше, чтобы нам набрызгать на это всю штукатурку, нам нужно закрепить к этой сетке какую-то мембрану или там тонкую сетку или еще что-то. Чтобы не морочиться и не вязать это вручную, возможно применение вот таких вот скоб. Опять же, скобы стальные, и руками их не сожмешь, и все эти ручные маленькие скобообжимные инструменты под алюминиевую скобу, они, конечно, никакое сравнение с вот таким вот инструментом не идут. Если у вас попадется жирный кролик, сетка с алюминиевыми скобами, она просто не выдержит этого кролика, а эти вполне себе способны сдержать любую зверюгу. Что интересного в этом инструменте? Тут практически нет никаких регулировок. Единственная регулировка, которая у него допускается, это если в какой-то момент он будет либо травить воздух, либо, скажем, у него будет какая-то неплотная работа в носовой части, например, скобы будут закрываться не до конца или недостаточно, скажем так, аккуратно, вы можете шестигранным ключом, с помощью этих двух болтов, попробовать отрегулировать работу этого инструмента. Там в инструкции, конечно, есть подробное описание. Надо зажать курок, выставить один, потом отпустить курок, выставить второй, зафиксировать это третьим. Больше никакие манипуляции с этим пистолетом, с этим инструментом не происходят. У него есть только один тип скобы, который он работает. У него есть курок без каких-либо регулировок. То есть он очень узкоспециализированный, но эту задачу, если она у вас возникает,
он выполняет прямо на ура. Использоваться инструмент может и в автомобильной промышленности, когда мы к каркасу сиденья должны прикрепить, ну, например, ткань или ленту, у которой впоследствии крепится поролон. В производстве матрасов при сборке, опять же, пружинных блоков, да, для фиксации их между собой. Скобы под этот инструмент делаются в России, поэтому они крайне доступны по цене. И, в принципе, если у вас возникает задача потратить большое количество этих скоб, ну, например, на хороший там крупный объект для крепления штукатурной сетки, то это получится намного выгоднее, чем ее как-то там присверливать и прикручивать и стягивать друг с другом какими-то другими способами. То есть вот расходка, она абсолютно доступна, никуда не пропадает. В целом инструмент достаточно уникальный, он выполняет очень специфические задачи, но когда эти задачи перед вами встают, то без него их выполнять будет намного сложнее.